Игорь Швец и Филипп Журавлев. Каждый из них персональный тренер. В данном случае персональный тренер для всего Красноярска. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И страшные предметы какие-то у вас в руках. Рассказывайте, зачем будете нас бить ими, пытать. Что надеюсь, будем что делать? Нет. Что? Будем бить, если не будете выполнять упражнения. Это, мне кажется, лучший стимул вообще для того, чтобы лучшая заняться мотивация. Чем-то. На самом деле это простые резиновые жгуты, Ай. Используя которые мы можем провести утреннюю зарядку, но и не только, можно вообще постоянно выполнять различные упражнения на все группы мышц, используя их. Вот сегодня мы с Филиппом продемонстрируем. Давай. Давайте приступим. Давай. Начинаем. Первое упражнение. Значит, ноги чуть шире плеч. Упражнение направлено на растяжение грудного отдела и разминку плечевых суставов. То есть нам нужно взять немножко поуже. Три раза растягиваем в стороны. Затем три раза. Так, это тяжело все-то, знаете ли. А как вы хотели, в фитнесе легко не бывает. А чем-то можно заменить? В другую сторону. Это вот дома, не знаю. Любой резинкой сделаем. Да. Теперь руки наверх. Три раза. Затем зафиксировали в растянутом положении и круговое вращение корпусом. И в другую сторону. Какое хорошее упражнение. У меня спина хрустит. Это хорошо. Вот такое упражнение. Так. Следующее замечательное упражнение, направленное на укрепление, особенно для девушек, это все очень важно, скоро лето, готовимся к лету, укрепляем мышцы бедра, ягодичную мышцу и мышцы спины. Встаем на жгут, ноги на уровне плеч, колени немного согнуты, таз уведен назад, грудь развернута, поясница прогнута, выполняем наклон вперед, делаем паузу, фиксируем положение. Поднимаемся. Раз. Два. Упор идет на центр ступни и пятку. А вот эти растяжки зачем нужны тогда? Я просто не чувствую, чтобы они на меня влияли. Тогда возьмите пониже, увеличьте нагрузку. То есть нам надо, чтобы в натяжку они... Нам нужно внести, конечно, назад больше. Вот, да. Чувствуете? Вот здорово. Это специальное упражнение для девушек разработано. Филипп. То есть мне это не надо. Следующее упражнение у нас направлено на мышцы спины. То есть нам нужно также чуть шире, чтобы... И взять резинки накрест. Поясница прогнута, таз слегка отставлен назад. И выполняем приведение локтевого сустава в корпус. Когда растягиваем резинки вниз, немножечко наклоняем корпус вперед. Корпус вперед. Вот так, да. Локти вдоль корпуса. Наверху стараемся максимально сократить мышцы спины, свести лопатки. Взгляд направлен вверх. Александр, ну чуть-чуть корпус вперед. Вперед? Да, конечно. Не забываем работать дыханием на силовом моменте выдох. А, то есть немножко прям опускаемся и поднимаемся. Да. Ага. Вверху выдох. Фу. Не забываем, что все физические упражнения должны обязательно подкреплены дыханием, хорошим дыханием. Да. То есть зарядка утренняя как раз-таки должна на весь день нас хорошим дыханием. Лучше, в общем, дышать, чем не дышать. Ну, с этим не можем прям поспорить. Это очень весомый аргумент. Дальше. Опять же, выполняем упражнения, направленные на мышцы ног, на ягодичные мышцы. Берем наш резиновый жгут, наступаем. Также для увеличения нагрузки можно изменить хват. И свободной ногой делаем отшагивание назад. Встаем. В нижнем положении делаем фиксацию. А, чуть. Остаем. Рано. Обязательно не допускаем инерционного движения и поднимание происходит за счет именно левой ноги. Усилие на ней. Поменяли ногу. Продолжаем. Про дыхание, Филипп. Фу. Тут выдыхаем, когда встаем, да? Да. Фу.
Вот такое вот уже замечательное упражнение. Ну, немножко даже уже и запыхался, хотя вроде как бы никуда не бегали. Ну, а какой-то, не знаю, так 3-5 основных упражнений комплекс. Можете сказать, что можно делать в домашних условиях? То есть, ну, самые простые, может, там, отжимания, пресс, вот так, чтобы утром встал, потянулся. Ну, это самое основное, отжимание, приседания. Вот, и выпады также. Вот, есть разные варианты отжиманий, разные варианты приседа. То есть можно смещать акценты на разные группы мышц. То есть классические приседания, можно также палку какую-нибудь взять в руки, например. Ну, у всех же есть палка дома, там, швабру, наконец. Вот ноги чуть шире, ширины плеч, и начинаем движение с отведения таза назад и приседаем. Ну, а скажите, вообще тогда дома, утром, если да, мы делаем зарядку, то это, ну, она же должна быть не какая-то силовая прям? Больше динамическая. Вообще ну, достаточно... Размяться, да? Вообще для того, чтобы вот по большому счету, если вы только начинаете свой долгий, нелегкий путь в фитнесе, да, достаточно проснуться, сделать движение шеи влево-вправо, вперед-назад, да? Мягкие, медленные движения. Следующее движение, круговые движения тазом. То же самое, по максимальной амплитуде. 3-5 раз влево. 3-5 раз. А что у нас Яна стоит? Тоже давайте, добро пожаловать. И пусть тоже зарядочка пойдет. Яна, давай. Иди к нам, давай, присоединяйся. Здравствуйте, дорогие гости. Ой, слушай, я просто поддержу, постою на ребят, смотрю. У вас штрафной подход, пока мы выполняли. Ну, я после новостей обязательно сделаю. Повторите всех упражнений, что мы показывали. Я буду рассказывать новости, а вот я заявлю. Хорошо. У нас в гостях, напомню, был Игорь Швец и Филипп Журавлев из фитнес-клуба «Ред». Спасибо вам за эту утреннюю зарядочку. Большое, я уже взбодрился. Спасибо.